Это база кластера, на котором я объясняю принцип работы в этом видео. Daily damage, 8 пассивок, 75-83 уровень. Не коррапченный. Стоят они дешево, их много. Я пытаюсь поймать следующие моды. Два обязательных — это садист и Ториани. И один — это либо Corrosive, либо Inspired, либо Prismatic. Итак, первые четыре шага — это просто. Это у нас альты плюс аугмент, чтобы поймать из Magic Pool Ториани, плюс три, ну, один из этих трех модов. Далее мы кидаем регалку. Так, и что мы смотрим? Ну, если у нас все получилась одна из этих комбинаций, то мы закончили крафт. Если не получилось, мы переходим к шагу 6. Так, шаг 6 — это у нас проверка на префикс. Если у нас есть префикс, ладно, ну тут проще вытекать, если нет префикса. Следующий шаг 7, кидаем А0. Если есть префикс, кидаем X. После того, как мы кинули А0, мы смотрим, не убрался ли у нас Ториани или какой-то из этих трех модов. Но если он убрался, то, соответственно, все, мы уходим в рестарт. Крафт начинается заново. Если убрался ненужный нам префикс, то мы снова переходим к следующему шагу, кидаем X. И так по кругу. Так, запустим симулятор. Так, сейчас для сравнения я хочу убрать А0 и смотреть, что будет в симуляторе дальше. Так, без А0 у нас картина такая. Да, видно побольше альтов, процентов на 20, это намного дольше скорости крафта. Теперь, если мы уберем еще и X, поставим тут конец, тут рестарт на регалках. Мы видим примерно раза в три хуже пальта, да, и соответственно в три раза дольше, ну и по затратам валюты тоже все очень плохо, и это если без экзальтов и без А0. Итак, рассмотрим крафт-сетап для начала без комп-крафта. Как я уже говорил, Ториани и Садист у нас это основные два мода, присвоили им вес 2, общий вес 5, то есть у нас 2 от Садиста, 2 от Ториани, плюс один из любых, там, Prismatic, Corrosive, Inspired, будет 5.
Вес для экзов 0,3. То есть, если у нас на кластере суммарно с этих модов будет вес 3, то мы используем экзо или ануль. То есть, к примеру, вот садись плюс дыряни, это вес 4, больше 3, да, используем. Или дыряни плюс призматик, 2 плюс 1, это 3, да, больше или равно 3, мы используем экзо или ануль. Смотрим далее, как это все работает. Так, что мы видим? Дыряни, inspired. 2, 1, вес 3. И суффикс. Значит, мы... У нас открытый префикс, используем X. Использовали X, попали в армор, не в нужный нам мод. Все еще у нас вес 3, значит, мы используем ануль. Так, мы попали куда надо, не нужен нам префикс. Значит, у нас снова открытый префикс, мы снова используем X. Так, evasion, ну, не надо нам это. Все, мы анулем попали, ну, не туда, куда нам надо, в дыряне. Теперь общий вес на предмете стал 1 с inspired, это 1 меньше 3. Мы кидаем очищалку и начинаем заново. Так, снова у нас поймали 4 общий вес, садись плюс дыряне, плюс суффикс. То есть у нас открытый префикс, мы используем X. На экзом попали в эффект, не то, что нам надо. Занулили этот эффект. Ну и все, экзом попали туда, куда нам надо. Теперь у нас хороший кластер. Следующий пример. Мы попали в префикс. То есть у нас нету свободных префиксов. Теперь на шмотке, но вес больше 3. Значит, мы используем ануль. Экс уже некуда кидать. Мы использовали ануль и промахнулись им. Снова префикс. Префиксов свободных нету. Опять использовали ануль и опять промахнулись. Так, теперь у нас есть открытый префикс. Мы используем экс. Не то. А за нулили, снова кинули X и получили то, что нам нужно. Так, теперь у нас комкрафт. Так как у нас в комкрафте мы видим, ну вот в равном пуле у нас комбинация, да, они отдельные пассивки, то есть надо как-то считать вес для экзо и ануля. А в этом случае вес для экзо и ануля суммарно он берется из Magic Pool, если у вас стоит галочка Comcraft. Так, снова у нас забиты все префиксы, кидаем ануль. Ануль не попал. Вот ситуация. С регалки мы получили 3 мода, но не те 3 мода, которые нам нужны. И поэтому один мод нам нужно убрать все равно. И мы используем ануль. Попали анулем, кинули 2 раза X. Промахнулись анулем, все заново. Так, ну это классическая ситуация. У нас есть открытый префикс. Используем X. Не попали. Анулем, промахнулись тоже. Использовали сначала ануль, потом... Так, что у нас вот? Мы заанулили то, что нам не нужно было. И 2 раза кинули X. Потому что у нас был открытый префикс оба раза. Получили то, что нам нужно. А это просто случайность, удачный случайный крафт сразу после регалки.